Украинские порты остаются закрытыми, и около 25 миллионов тонн зерновых, предназначенных на экспорт, не могут быть вывезены из страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что переговоры, направленные на решение проблемы, до сих пор не дали результата. Мы ведем сложные переговоры на разных уровнях, чтобы разблокировать украинские порты. Но пока не достигнуто никакого прогресса, поскольку не найдено действенного инструмента для их защиты от новых нападений со стороны России. Чтобы гарантировать, что Россия не атакует их снова. Между тем, Венгрия выразила готовность организовать транспортировку зерна через свою территорию, используя для этой цели грузовики и железнодорожные составы. Мы предложили направить через Венгрию экспорт украинского зерна, предназначенного для стран Северной Африки и Ближнего Востока. Мы также могли бы помочь транспортировкой и логистикой. Тем временем на востоке страны линия фронта приближается к Краматорску. Но несмотря на это, многие местные жители не уезжают отсюда. Город расположен всего в 50 километрах от Северодонецка, где бои продолжаются уже полтора месяца.